Казахстанцы не пострадали при массовом расстреле в университете Праги. По крайней мере, такую информацию на данный момент сообщают в Министерстве иностранных дел. Накануне в чешской столице несостоявшийся философ устроил бойню. Он больше часа ходил по аудиториям, где учился сам, и прицельно расстреливал всех, кто не успел спрятаться. 14 человек погибли, еще 25 получили ранения. Как скачивали, видишь ее? Видишь? Трагедия развернулась в Пражском Карловом университете недалеко от одноименного исторического моста. Там, помимо студентов, находилось очень много туристов. Как рассказывают очевидцы, стрелок был хорошо экипирован, в руках он держал винтовку. Из нее мужчина расстрелял 14 учащихся, еще 25 человек пострадали. Но многим все-таки удалось забаррикадироваться в аудиториях или сбежать. Нападавшим оказался 25-летний студент философского факультета этого же университета. По данным чешской полиции, стрелявший после случившегося был найден мертвым. По одной из версий, он покончил с собой.